мэра города Канска, Красноярский край, Надежду Качан, подозреваемую в халатности, которая привела к крупному пожару, наградили памятной медалью МЧС 85 лет гражданской обороне. Она обычно вручается за особый вклад в развитие пожарной безопасности. 24 мая в Канске сгорели более 50 домов. Сотни людей остались без жилья. Несмотря на предписание надзорных органов и решение суда, мэр не приняла мер по ликвидации опасного мусора. А вы серьезно? Прям какой-то месяц наград. Вручали со словами «Во имя сатаны»? Случайно не французы награждали с изображением Наполеона на медаль? Хоть фильм снимай по мотивам стихотворения Лермонтова «Бородино» с названием «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Канск, спаленный халатностью Качана». Ну да, в Красноярском крае, видимо, прошел свой Каннский кинофестиваль с наградами. И в номинации «Лучшие спецэффекты» победу одержала мэр города Каннска Надежда Качан.